для любого натурального числа n найдется составленное из единиц и двоек число, делящееся на 2 в степени n. Это одна из любимых простых задач. Давайте я объясню ситуацию. Скажем, смотрите, двойка делится на 2. 12 делится на 4. Так, на 8 какое число делится? 112 делится на 8. Какое число делится на 16? 1112. 1112. Чего подобного? Чего подобного? Давайте поделим. 1112 на 16. Так, это по сколько надо взять? По 6, да? По 6, по-моему. А, да. 96, это будет 152. Опа! Так оно ж не делится. 2112. Оно ж, оказывается, вообще не делится. Так, 2112 как раз делится. 2112. Вот 2112 делится. Потому что это 1100 плюс 512. Да. Вот. Потом добавляем 2 единицы, добавляем двойку. Даже я не рискую сосчитать. Значит, итак, вот вам 4 числа. 2 делится на 2, 12 на 4, 112 на 8, 2112 делится на 16. Докажите, что всегда можно написать единичку или двойку спереди, чтобы делилось на очередную степень двойки. Это же очевидно. Очевидно. Так кто же говорит, вся математика очевидна, Максим. Все легко. Все абсолютно легко. Давайте. Теперь надо написать число, которое делится на 32. Есть два варианта. Либо это число делится на 32, либо оно делится на 16 переделений. Да. Ну, либо 0, либо 16, потому что это уже делится на 16. Да, конечно. Вот. Если оно дает остаток 16, тогда мы приписываем единичку. Все, оно дает число 0, мы приписываем 0. Ну, это, конечно, замечательно для 16 и 32, а как это звучит в общем случае? В общем случае, если здесь... Ну, давайте как-то выпишите четко. Если мы написали n значное число из единиц и двоек. Итак, у вас есть n значное число из единиц и двоек. Обозначьте его какой-нибудь буквой x. Итак, x делится на 2 в степени n. X n значное число. Что будем делать дальше? Составленное только из единиц и двоек. Тогда, если у нас x делится на 2 в n, тогда я утверждаю, что 2 x. Ну, это приписывая двойку слева. Делится на 2 в степени n плюс 1. Почему? Потому что если у нас x делится на n на 2 в степени n плюс 1, и 2x делится на 2 в степени n. Не 2x, а число, полученное число. Приписыванием мелкого. Вы поднимите? Число это точно будет число. Да. Дальше. Оно делится на n плюс 1. Почему это так? Потому что число 2 и так далее, и n нулей. Оно делится это 2 умножить на 10 в степени n. Да. 10 в степени n делится на 2 в степени n, а 2 умножить на 10 в степени n делится на 2 в n плюс 1. Согласен. Дальше. Если x делится на 2 в степени n и делится на 2 в степени n плюс 1, тогда если написать к числу x 1 слева, оно будет делиться на 2 в степени n плюс 1. Почему? Потому что x дает остаток... 2 в степени n. По модулю. Да, да. 2 в степени n плюс 1. И вот эта штука тоже дает остаток 2 в степени n. 2 в степени n плюс 2. Потому что число 10 в степени n дает остаток 2 в степени n при делении на 2 в степени n плюс 1. Потому что оно делится на 2 в степени n, но не делится на 2